Ну, если счет на табло 1-1, значит, он закономерный. Потому что, по большому счету, ни у соперника таких явных моментов я не вспомню сейчас, да, может, там на эмоциях, но не вспомню, да. То есть, ну да, там был прострел такой, когда там мы немножко ошиблись, вот, момент. И у нас тоже, ну, такой же был момент там в начале игры, это в первом тайме. И, в принципе, игра сама по себе отобразила результат на табло 1-1. Как оцените игру вышедших на замену футболистов? Но я считаю, что вышли и помогли команде. Вот. Ну, Максимов забил гол, вот, с чем мы его поздравляем и думаем, что дальше так будет продолжать в том же ключе. Миша Земского вышел, он дал качество, которое, раньше немножко он спешил, была спешка, а сейчас он качественно отработал, он помог команде. Коля Зайцев вышел, и он тоже поучаствовал и в первом голе, и в опасном моменте, когда Саута бросали, он продлевал. То есть, в принципе, все внесли положительную лепту. Чувствовали энергетику воронежцев сегодня на трибунах? Ну да, вот вы знаете, сегодня мы были одним единым целым. На самом деле, я огромную благодарность всем болельщикам, большое им спасибо, потому что поддерживали команду, верили в команду, несмотря на то, что даже мы первые пропустили, да, там пенальти и так далее, но все равно переживали. То есть мы были одним целым. И это очень важно. Это очень важно, когда верят в команду. Потому что, как бы, ну, бросать камни, да, но это другая история. Вот. А сегодня мы были вместе, и это круто, на самом деле, и большая благодарность, и спасибо, спасибо за поддержку.